Помните, как все начиналось? Вначале была охота за туалетной бумагой. Потом за гречкой. За яйцами. Нас закрыли по квартирам. Кто-то запил. Кто-то закурил. Маски и перчатки стали обязательными в гардеробе каждого. Но человек всегда привыкает ко всему. И мы привыкли. К новой жизни. Кто-то получил пособие по безработице 75% от зарплаты. Но в реальности, скорее всего, будет меньше. Кому-то не повезло, его отправили в неоплачиваемый отпуск. Деньги стали заканчиваться, и люди вышли с палатками на бульвар Ротшильд. Пока их немного, но и корона продолжается. Завтра в Израиле День независимости. И ожидается комендантский час. Нельзя будет покидать дом, праздновать можно только со своей семьей. Люди скучают друг по другу и делают сюрпризы. Вот сегодня я нашла у себя под дверью любимые конфеты.